Всем привет, меня зовут Олег, с вами канал ZerkPlay. Мы продолжаем проходить третью часть Mass Effect. Так, мы где-то ходим в пещерах, в каких-то, в туннелях, на нас нападают адъютанты. Мы пытаемся отключить поля. Проход к реактору где-то на верхнем уровне. Прекрасно, нужно понять, как туда добраться. Добраться до верхнего уровня, отлично, я понял. Так, адъютанты, если по одному, то они... В принципе, кто это? Не сильные. А если по несколько, то они прямо очень сильные. Что это? Вы идете там? Идет. Че? Че это? Кто-то насрал. А, тестирование нулевого элемента. Ага. А, здесь построим, включи тревогу. Ё-моё. Ебать. Ух ты. Ари, это ты прямо это. Ага. Так, так. Ё-моё, я думал, можно включить. Хорошо. Супер. Ага. Как? Подожди. Не вижу. Не знаю, попал, не попал. Я попытаюсь обойти. Ой, супер. Так. Туда, да? А подожди, а там что? Так, там ничего. Ёп. Еп. Бать. Начинает происходить какая-то херня. Ебать, я промахнулся. Он до сих пор не перезарядил. Ебать, я промахнулся опять. Отлично.
ну вылази. Вылази. Убил или нет? Нет. Блять, нихуя не видно. Так, сохранение. Ага. Так. Супер. Так, тут ничего. Можем воспользоваться тем подъемником. Ага, хорошо. Дай! Нам подорвали. Нужно найти другую дорогу. Так, я понял. А естественно, мы там не перепрыгнем, блядь. Что это? Отлично. Все? Походу все. Или нет? Да. Попал или не попал? Ага. Блять, не попал. Он там нету. Так, давайте обойдем. Ага. Looks like that goes under the conveyor belt. Так, подождите, подождите. Да выйдите. Так, тут все, значит, нам туда, походу, вниз. Ну, пойдемте. Собрать. Отлично. Так, сюда. Отлично, сюда, сюда. Сюда, походу, сюда. Bastards are running this place too hot. It'll burn out in a month. Stay focused. Разъеби. Поломал. Еще поломался. Куда ты там выглядываешь? Вообще хорошо. Ё-моё, хедшот! Прячься, прячься! Куда ты кинула? Ой, хорошо как, на ходу.
Так, включить на всякий случай. Пускай работает. Думаю, так мы поведем на место. Я тоже так думаю. Давай, открывай. Так, нам наверх надо, да? Куда? Так, наверх, да? Подожди. А тут что? Инструменты. Взять. Какая-то лаборатория или хрен его пойми. Так, блок данных. Эхар, Самилл Вэй. Нет, серьезно, если еще раз услышу от него про опасность нулевого элемента, или мы все умрем, покажу ему, чего на самом деле нужно бояться. Нулевой элемент опасен только в виде пыли. Надеюсь, эта инфа сможет пробиться сквозь его крепкий череп, Сэм. Так, и... Так, тут все, да? Все, наверх, так, подожди, стой. Тут можно наверх? Ладно, нет, пойдем там наверх сходим. То мы сейчас в гущу событий прям как залезем, как пизды отхватим там. Так, там ничего. Так, что? Где? А, там. Блять, там где-то. Ёп! Ёп! Он за какой-то, блядь, уголок решил спрятаться. Долбоёб, блядь. Супер. Хорошо. Хорошо. Ёп. Да. Что ты тут делаешь? Скажи мне, мать. Отлично. Хорошо. Блять, штурмовик еще. Ага. Ага. Хорошо. Ко мне залезьте, чё вы там лазите по низу? А, так, вот, до лифта добрались, подожди.
Так, тут ничего не надо включать, выключать, что-то еще может тут есть собрать. Так, патроны. Тут ничего. Все, только на лифт напрямую. Ну? Так. Они знают, куда мы направляемся. Надо подумать. Соберись и найди путь к реактору. Так, я сохраниться до сих пор не могу. Супер. Так, можно туда, можно. Чакромет? Это чё? Урон, ни хрена себе. Так, подожди, это получается больше весит вместимость, меньше. А, нет, больше вместимость. Нет. Меньше вместимость, меньше скорости. Урон большой, меткость большая. Ну, давай попробуем его возьмем. Так, чакромет. Так, у вас пока это будет. Что-то он вообще какой-то 40 на 5. Так. Один-один. Workers feel much better now. Так. Сюда не надо? Что это? Кредиты. Еще. Ого. Ведущий к реактору подъемник. А, добраться до реактора, я понял. Ёп! Осторожно, тут все разваливается. Дамы, давайте, давайте, давайте. Странно, на нас больше не нападают. Да, но расслабляться нельзя. Так, мне что-то подсказывает, что сейчас будет опять эти адъютантов куча. Либо надо будет что-то защищать, какую-то точку. Нет. Поехали. Почему ты улыбаешься, Ария? Мы почти на месте. Отключим силовые поля, и война наконец-то начнется. Для кого-то она началась несколько месяцев назад. Милая, то была не война, а веселая разминка. Что-то прям высоко-высоко мы едем. А, вот все, уже приехали. Ни хрена себе реактор. А, вот он. А, добраться до реактора. Окей. Подожди. Блять, вот чувствую я, что мы сейчас здесь прямо будем пизды отхватывать только так. Что надо будет бегать, что-то включать, выключать, что-то делать. Патроны раскиданы. Блять. Что это? Я вам почти восхищен. Ваш план нападения... Кажется, нас ждали. Или заманивали сюда. Я знал, что до реактора будет легко добраться. Я не оставил вам выбора, кроме как пойти этой дорогой. Почему бы не сделать это лично, Петровский? Руки не хочется пачкать. Мне это ничуть не доставляет удовольствия, капитан. А вы пытаетесь создать войну ради выгоды Арии. Но все закончилось.
Все закончится, когда твой труп опознавать будут. Мне нравится, как вы храбритесь, но пора уже признать поражение. Вы нейтрализованы, я могу оставить вас гнить там, либо вы можете сдаться. Никогда. Ария, что ты задумал? Я сдаваться не собираюсь. Ария, нет! Что она делает, черт побери? Проклятие, Ария, ты вынуждаешь меня. Пусть будет по-твоему. Ё-моё. Нарин, роботы! Так, только не говорите, что эту дуру защищать надо. Защитите Арию, прекрасно. Какая штука классная, хочу ее, прям урон надо ей этот повышать. Ё-моё! 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 Так, давай, не это, не выкаблучивай. Супер. Блин. Надо бежать. Ага. Нет! Шепард, я долго не продержусь, сиди! О, духи Ари, откуда ты знала, что у тебя получится? Я не знала. Так, я один, что ли? Что делать? Тут ничего? Я бегу, держитесь. Блять, я труп. Я труп. С разных сторон атакуют, я там ничего не сделаю. Перегрузить реактор, прекрасно. Да блять, сколько раз надо нажать на нее, чтобы она ее взяла? Куда они берутся? Я труп. Я даже не могу нигде спрятаться.
Да я понимаю, у меня тоже тут как бы не это, не праздник. Что это? Блять! Хорошо. Ага. Шепард, шевели своей задницей. Да я иду, иду. Мне ж нужно патроны собрать. Иначе как я тебе потом буду помогать? Так, я у реактора. Так, отключаю. Вы не сможете сделать это, капитан. На кону куда больше, чем вы думаете. Реактор снабжен энергией системы жизнеобеспечения десятки районных станций. Если исключить его, погибнут тысячи живых существ. Ты слышал, Ари? Слышу, и мне все равно. Вырубай! Шепард, нет! Попробуй перераспределить энергию, сняв с ее силовых... Черт, держитесь там! Перераспределить энергию, чтобы ее хватило другим системам? Ты спятил? Мы тут на последнем издыхании. Нарин, сбоку! Вот на кого вы работаете, Шепард. Ей все равно, кто пострадает. Чего ты ждешь? Перегружай реактор! Она просто пожертвовала тысячу жизнями. Шепард, Нарин ранена, я ее прикрою. Ты не успеешь перераспределить энергию. Перегружай реактор, сейчас же! Это же не так тяжело. Наверное, что-то внутри вас останавливает. Может, вы начнете думать, что без Арии галактика станет только лучше. Она не научится новому, не меняется, даже если вы победите. Омега проиграет. Хватит. И... Ну что же. Всем поздравления, занять боевые позиции, приготовиться к атаке. Выводите подрывников на позиции. Ты цела? Несмотря на его попытки меня угробить, твоя мягкосердечность едва не решила меня всего. Ария, все сработало. Шепард спас нас. Они жертвы жизни невинных. Я им восхищаюсь. Может и так. Пускай. Ты отважно сражалась с роботами, Нейрин. Впечатляет. Но... Почему бы тебе не проявлять такую же отвагу, сталкиваясь с адъютантами? Невероятно напрягаешься при одном упоминании этих тварей. Хватит, она же спасла тебя. Я пытаюсь помочь ей, Шепард. Можешь называть это суровой заботой. Война начинается, не хочу такое пропустить.
Благодарить она никогда не умела. Поступает сообщение, что силовые поля отключены. Гражданцы выходят на улицу. Серберы отступают. Это ненадолго. Людям не хватит выучки, чтобы сражаться с солдатами Цербера. Их уничтожат. Потери среди гражданских не избежать. Тебе придется с этим смириться. Говори, что хочешь, Ария. Я не буду просто смотреть, как они гибнут. Сделай, что сможешь, чтобы их защитить. Конечно, капитан. Ария, говорит Бэй. Догадываюсь. Мой отряд осматривает служебные туннели. Мы столкнулись с солдатами Цербера, сопровождающих инженеров. У них много снаряжения. Думаю, закладывать взрывчатку у центральных несущих колонн станции. Брей, действуй. Задержи несколько, получится. Мы идем. Понял. Так, выступаем. Если они взорвут главную колонну, то отрежут нас от загробной жизни. Наступление, как ей, будет сорвано. Значит, нам придется. Да, Найрин, ты возглавляешь наступление. Мы с Шепардом разберемся с бомбами и будем ждать тебя на рынке. Конечно, но если вас убьют, то и на вам на могилу что-то там. Что-то там. Люблю, когда ты сердишься. Несущие колонны. Так, есть способ. Ага, осторожно. Осторожно, хорошо. Так. Почему оно сбивается вечно? Так. Бронебойные. Бронебойные. Отлично. Так. Ага. Так. Тут. Позволяет пулям пробивать толщиной и наносить меньше урон. Увеличит наносимый урон. Так. Вот вмести увеличить количество зарядов в магазине. Повышает стабильность. Давай вот так вот, наверное. Так, 45. 45, хорошо. Блять. А если этот поставить? Блять, 45-44. Гениально. Великая разница. Гасите, гасите их. Куда вы стреляете? Там никого нет. Осторожно. Так. Гаси, гаси их. Ну иди! Убери свой ёбаный прицел, блядь, ёбаная сука, блядь! Ну что это за хуёвый, блядь, прицел? Блядь, конченый просто! Что это за глюк с прицелом? Почему он его убрать не может вечно?
просто конченый этот прицел, блядь. Если бы не то, если бы он не урон не повышал бы, я бы, блядь, его никогда в жизни бы не взял. Хорошо. То он сам перезаряжает, то мне надо перезаряжать. Блять, как не попал. Что ты там спрятался? Блять, что это? Отлично. Супер. Блять, когда это будет ёбаное сохранение, сука? Пиздёж, я попал. Ёп. Я труп. Нет. Ой, нужно их отрезать. Уберите мостик. Отлично. Так, патроны. Еще патроны. Блять. Да спрячься! А, хорошо. Так. Что тут? Тут ничего. Тоже пусто. Let's go. Вперед! Вперед, вперед! А, мы стал Сербером и устраним первую цель. А, прибываем в район Гоуз. Так, отлично.
Так. Нам вниз надо? Или сюда? Тут что? Нет, нам туда надо, походу. Да. Блядь, здесь он не спустится, мозгов не хватает. Надо именно по лестнице. Что это? Диван. Харот, я нашел нужную вам вещь. Отправляю координаты. Это моя софа? Так, отлично. Патроны. Полностью заряжены. Хорошо. Промахнулся. Супер. Ой, супер, как я попал четко в голову ему сквозь вот эту решеточку. Так, что тут? Кредиты. Все? Так, нам туда, да? Ой! Сопротивление слабее, думаю, они перебывают бойцов к вам. Они что-то думают с несущими колоннами. Зачистить территорию. Сейчас зачистим. Или нет. Ой, блядь, я труп. Ой, блядь, ой, блядь. Ой, блядь. Нет, не труп. Чуть дольше поживу. Блядь. Ебать. Так, давай попробуем вот эту взять. Как они четко закидывают гранаты. А, то есть у него патроны типа взрываются еще. Буду открыть панели. Хорошо, подожди. This way. Что это? Аптечка. Ой, господи. Что это? Так, тут ничего. Еще аптечка. Блять, что-то мне не нравится, то что нам дают куча патронов. И еще аптечку дают, что-то тут сейчас будет. Так, а отряд. О, 10 очков. Так, осколочную гранату давай улучшать. Повышает урон, увеличит радиус удара. Так. Радиус. Так, пускай радиус увеличивает. А здесь увеличен максимальный запас гранат. Увеличен на 40% урон. Нанесение органиком в течение 10 секунд. Вот это, короче, будем
будем изучать. Так, у тебя опустошение. А продолжить действие умение увеличится на 40. Увеличит радиус поражения на 3 метра. Так, вот это. Так, давай. Шепард, есть. Значит, обратный отчет. Бомбы только что активировались. Пульт заблокирован. Придется обезвреживать их вручную. Ё-моё. 4 бомбы. Бежим. Ой, 5 минут! Блять. Да спрячься ты! Да. Пойдем по той стороне. Блять. Да ну... Пиздец. Сука. Take care of the bomb, Shepard. I'll handle Cerberus. Three left. Да, ну, блядь, ну что это такое, блядь? Take care of the bomb, Shepard. I'll handle Cerberus. За мной. Блять, четко, вот просто четко он закидывает. В
Вообще, он даже не отскакивает, чего? Не отрикошечивает, вообще ничего. Вот просто он берет и четко закидывает эту гранату ебаную. Где эта овца? Ну, блядь, я пиздец, я не знаю, это где овца лазит, блядь, она что сидит посередине и нихуя не делает, блядь, конченая, блядь. За мной, блядь, за мной, я кнопку 10 раз нажал, за мной бежать надо, блядь, а не сидеть там. Где она? Нету ее! Нету ее! Блядь, где эта конченая, блядь? Что это, блядь, невидимая текстура, ебаный рот, блядь? ДБД номер 2? Да ну спрячься! Блять, меня опять окружили эти ёбаные роботы! Как я обезврежу, блять? Ну сука, ну блять, ну как? Их там дохуя, блять! Ну 5 роботов, блять, на одного меня, блять! Почему на нее никто не отвлекается? Да ну что ты делаешь? Что ты делаешь, сука, блядь? Хули ты пригинайся? Two more. Беги, беги. Где она?
где она лазит, блядь, овца, вот она. Пизди их. Ёбаный рот, ёбаный рот. Да ну восстанови здоровье, я нажал, ну блядь. Ёбаный рот, блядь, ну конченая просто. Овца легла, блядь, уже легла, блядь, как ты могла лечь? Сука, ты чё нихуя не делаешь, просто бегаешь? Just one to go. Еще одна. Ну! Отлично. Что дальше? Так, я зачистил территорию. Дальше что? Скажите мне. This way, Shepard. Куда? Over here. We're clear. Все хорошо. Good. Отлично. Найрин, мы ситуацию контролируем. Что у тебя? Мы прорываемся через Royal Grove. Движется вперед, прикройте фланг. Yes, boss. Да, босс. We're holding our own, but мы держимся, но Цербер начал бить по гражданским. Из всех секторов сообщают о жертвах. Спасай кого сможешь. Потом иди к точке встречи, будешь ждать там. Сделано все возможное. Конец связи. So exactly и как же нам отсюда попасть за огромную жизнь?
Я думаю о том, чтобы пойти напрямик ради разнообразия. Так. Ага. Так, все, надо заканчивать. И у меня уже нервов нет просто. Все, здесь закончим. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка находится в описании под видео. Всем до новых встреч, всем пока.